Героя России генерал-майора Рустама Мурадова чествовали в Табасаранском районе. Почетного гостя хлебом и солью встретили представители муниципалитета, а артисты ансамбля «Каспий» исполнили приветственный танец. После чего в администрации состоялась встреча героя России с жителями. Отмечу, что Рустам Мурадов родом из села Ханак Табасаранского района. На военной службе с 90-го года. Окончил Ленинградское училище имени Кирова, общевойсковую академию, затем военную академию Генерального штаба вооруженных сил. Служил в разных городах и областях, участвовал в чеченской антитеррористической операции. Высокое звание героя получил в 2017-м за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Год назад назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа. В рамках встречи Мурадову вручили именные часы, удостоверение и диплом о присвоении звания «Почетный гражданин Табасаранского района». Очень горячо, сердечно приняли. Я еще раз хочу поблагодарить наш народ табасаранский за то, что сегодня нашли возможность оставить свои дела, прийти сюда, вот, поприветствовать. Было приятно видеть сегодня очень много своих родственников, знакомых, друзей. Ощущение, как будто я окунулся в единую семью, поэтому хотел бы выразить слова благодарности еще раз нашему народу, вот, и руководству нашего района, которые нашли возможность сегодня вот провести такое мероприятие.